Череда юбилеев. 15-й польский кинофестиваль, 75 лет Кшиштофу Занусси, 95 лет Одесской киностудии и 220 лет Одессе. Празднование Дня города традиционно продолжает фестиваль польского кино. В этом году программа нестандартная. Все представленные фильмы – ретроспектива режиссера Кшиштофа Занусси. Я думаю, это совершенно естественно, что в таком кинематографическом городе, как Одесса, в год 95-летия юбилея Одесской киностудии, в год 220-летия нашего города – мы получаем такие прекрасные подарки, потому что такие люди действительно, ведь это не первый приезд Кшиштофа Занусси в Одессу, и мы уверены, что не последний. Режиссера встречали шумно. Аплодисменты, подарки, песни и благодарности от городского муниципалитета. В Одессе Кшиштоф побывал неоднократно, но праздновать свой юбилей здесь ему еще не приходилось. Человек является стариком, когда стоимость свеч в торте превышает стоимость торта. В такой атмосфере веселья и прошел показ первого фестивального фильма «Сердце на ладони». Это совместная украинско-польская киноработа с участием известного украинского актера. Написано, вообще создано для вашего великого актера, с которым я и дружился, и сотрудничался, для Богдана Ступки. Ну, там снимаются и Богдан, и его сын Остап, и еще его внук. Ну, это, конечно, главная роль, это Богдан Ступка. Одна из последних его ролей. Очень этого жалею. Фильм получился ироничным, признается автор. «Сердце на ладони» – это насмешка над постмодернистским течением и верой в то, что каждый сам для себя определяет добро и зло. Екатерина Лапицкая, Евгений Руденко, Первый городской.